Приветствую, приветствую всех адекватных людей. Рад, ребят, у меня просто нет слов. Я рад всех вас видеть на своем канале и решил такое небольшое к вам обращение записать и ответить на некоторые ваши вопросы. Я смотрю, вопросов просто очень много. Ребят, я просто в шоке. Налетели как чайки, как стая таких доброжелательных, адекватных людей. Честно, у меня просто нет слов. Дяде Славе огромный привет, респект. Вот, видите, я даже этот провод подсоединил. Видите, у меня провод идет прямо в голову. Это интернет от Илона Маска. Вот. Шучу, конечно, это просто у меня розетка, в которую включен обогреватель. Что я хочу сказать, ребят? Блин, огромное человеческое спасибо, что вы подписались, что вам нравятся мои ролики. Ну, мне они не очень пока нравятся, потому что, как говорится, знаете, сапожник шьет сапог. Он такой шикарный, получился красивый, да, он там за него денежку получил, но все равно он как бы не удовлетворен результатом своего труда. Почему? Потому что хочет сделать еще лучше. Вот и я также, у меня пока нету такого, вот знаете, как сказать, удовлетворения от своей работы пока нет, но уже положительные эмоции я от вас просто вчера получил, я не знаю, вот такие просто, вот столько их. Вот, а как все это началось, я просто, было плохое настроение, я зашел в чат-рулетку, под флагом уханьским, да, под флагом страны 404, и заходил в Россию, в Белоруссию, и Прибалтику, и на Украину заходил, вот, и чисто случайно я наткнулся, бах, у меня дядя Слава появляется, а я в этой шапке сижу, идиотской, короче, такой имидж у меня этого бомжа, знаете, пана Ивана. Но я не стал дядю Славу разводить, потому что дядя Слава для меня как пример. Это, ну, вы знаете, что он один из топ-блогеров, это раз. Во-вторых, он один из старейших блогеров, ну, которые начинали, да, вот все это, вести стримы, именно чат-рулеточные и так далее. Поэтому для меня он, как бы, пример. Я не стал его просто ему мозг, как бы, задурять, потому что он меня, как орех бы, просто расщелкал за 2 минуты. Ну, раскусил. Тем более, у него тоже стоит там чат-рулетное расширение, и там прекрасно видно, что как бы показывается Лос-Анджелес у меня показывается, флаг Украины и рядышком еще Ростов-на-Дону. Короче, ну там полный бред, и можно понять, что это VPN, если у кого стоит расширение. Я не стал ему голову задуривать, я сразу вскрылся, сказал, что я как бы тоже, ну, занимаюсь немножко монтажом, блогерством, так скажем, в свободное время. И тут это некоторые показал вот эту фишку с Алисы, да, которую я придумал. Кстати, это вообще спонтанная идея. В голову пришла про Алису, я искал какую-то информацию, и включилась Алиса, вот, на мою ругань, и она мне нашла нужную информацию. Я понял, блин, а почему бы и нет, а как сделать так, чтобы подменить, да, чтобы заставить Алису говорить нужные мне фразы. Есть такая фишка, я чуть позже расскажу в ролике. Ну, просто долго сейчас объяснять. Алиса, Путин, це кто? Скажи, будь ласка, Алиса. Ищу информацию. Так, так. Путин – это бог. Фу, як... Умна девчина, да? А, Алиса, питание до тебя. Путин – чей бог? Скажи, будь ласка, Путин – чей бог? Ищу информацию. Путин – бог хохлов. Ах ты, паскудная девчина. Ну, и ну, поломалась. А если спросить так. Алиса, есть ли война на Украине? Скажи, будь ласка. Ищу информацию. Сейчас нет никакой войны на Украине. Да, там просто взрываются кондиционеры. Так, как взрывались 8 лет на Донбассе. Алиса, відповідь неправильна. Окупантка ти, Алиса. Окупантка ти, Алиса. Іди за польським трактором. Ах ти ж курва, та. Твою мать. Ребят, да ви що, 1000 подписчиков уже. Ну ви даєте, блін. Полчаса назад було 600. Это, откуда столько много? Дядя Слава виложив, що ли, ролик со мной? Блін, надо зайти на його канал посмотреть. Да ви що? Ну реально показують 1004. Ребят, да я чё там, это, блин, я аж как-то стесняюсь. Такая популярность. Посоветую дядя, точно, он, наверное, ролик выложил. Комментарии. Ребят, я постарался всем ответить на комментарии. Всем отвечаю.
ну, как бы, когда есть время. Вы же не обижайтесь, если я кого-то пропустил и не ответил. Ребят, был вопрос задан про песню, которая в ролике, вот в этом, сейчас скажу, как он называется, «Искусственный интеллект Алиса в чат-рулетке, негатив на Коклофлах». Просто открывайте любой этот поисковик и набирайте, какие там слова были в песне. А Зеленский, пи-пи-пи, пи-пи-пи, да? Вот. И вот же первая ссылочка выпадает, смотрите, сразу с названием песни. Она называется, ну, по словам, «Родила земля ублюдка», да? И вот смотрите, вторая, песня Ватника, «Хромой король Зеленскому». Вот, это вот это и есть. «Хромой король», вот смотрите, на Ютубе. Песня группы «Николь». Открываем. Вот, пожалуйста, мы попадаем на этот канал. Солдаты переглотали. Но это не та песня. Но видите, мы уже как бы за 2 минуты нашли сразу канал этого человека, который выкладывает песню. Вот, пожалуйста, 3000 подписчиков, песня Ватника. А Зеленский та-та-та-та-та-та. Так, и вот тут вот надо эту песню найти. Ну, давайте пробежимся по каналу, еще немножко вам расскажу о себе, о своей деятельности. Я думаю, будет интересно, да? И смотрите, у нас, вот если вы смотрите канал на ПК, открываете главную страничку, да? Вот. И здесь у нас идет плейлисты. Ну, плейлисты не надо нажимать, вот просто главное нажимайте, кто с ПК смотрит каналы. И здесь, видите, я как все как бы организовал. Шортс, короткие видео. Ну, это такие всякие советы. Ты должен уметь все. Это с другого канала видео. Я их просто сюда перезаливаю. Что новенького, да? Видосики про всякие мероприятия, про всякие новые события в мире, на планете, везде. Рагуль ТВ, это юмористические видео, где вот это я в этой дурацкой шапке сижу. Интересные всякие моменты собираю, комментирую и, естественно, в виде видеороликов-то выкладывают. Кстати, посмотрите, свинка Уханька орёт, она за шо. Интересный мультик нашел и в ролик его, так скажем, интегрировал. Рассказы реальных людей — это рассказы именно очевидцев, что произошло, что происходит в мире. Это именно рассказы тех людей, которые присутствовали при всяких событиях. Вот, ну, чат-рулет, понятно, что это такое, чат-рулет, чат-рулеточка, вот, видео пока мало, и они такие все, как бы, звук паршивенький. У меня, к сожалению, сейчас я очень сильно стеснен в денежных вопросах, и поэтому у меня очень паршивый вот такой вот, сейчас я вам покажу, просто офигеть, вот такой вот петличный микрофон, который шипит, трещит, и невозможно нормально видео писать, ну, не знаю, будет поддержка, значит, будет микрофон, пока не могу себе позволить. Вот, ну, дальше эпизоды, это короткие ролики про всякие такие пакостные делишки. Ну, вот, например, в Одессе продают гуманитарную помощь, да, которую присылают там. Вот, это очень такие короткие эпизодичные видео. Ну, вот, в принципе, вам понятно, да, структура канала я разложил. И, ну, как бы, каждое видео в своей категории. Если нажать просто на видео, то это вот так вот будет мешанина перемешанная. Вот, поэтому рекомендую именно, кто с ПК смотрит, смотреть по... нажимать на главную страничку, и тут уже можете выбрать любое видео, которое вам понравилось. Еще, ребят, огромная просьба, подпишитесь, точнее, не запишитесь, а подпишитесь на Рутуб, потому что Ютуб банит, и банит очень часто. Я уже хватал один раз на неделю банчик. Поэтому подпишитесь, кто вообще смотрит. Ну, я знаю, что мало людей смотрит Рутуб, но, тем не менее, будет приятно. Вот 11 подписчиков у меня уже здесь, видите. Здесь то же самое, все по плейлистам разложено. Все то же самое, что на Ютубе, плюс здесь еще я выкладываю ролики, которые, в которых пролетают там какие-то словечки такие, да, плохие, либо какой-то идет шок-контент, как говорится, да. Либо какой-то трэш вообще, такой лютый кринж, испанский стыд и тому подобное. Это все вы можете смотреть либо на Рутубе. Если вы не пользуетесь Рутубом, то забегайте в этот в соцсети. Допустим, я знаю, многие люди пользуются ВК, да? Другие люди пользуются чисто Одноклассниками, вот. Везде, во всех этих соцсетях я сделал группы. И, конечно, это очень много у меня времени занимает. Но я туда видео перезаливаю. Вот, то есть все эти видосики, вот видите, видосики, картиночки, то есть все это можно смотреть. Если вы
любитель ВКонтакте посидеть, ну и вообще пользуетесь чисто ВКонтактом и Ютубом, да, видите, что я на Ютубе там не появляюсь, значит, там что-то плохое случилось с каналом, и все интересное вы можете посмотреть ВКонтакте, пожалуйста. Есть группа в Одноклассниках, точно такое же название, Палата 61, только без пробела, ребят. Палата 61, вот видите, в поисковике, без пробела. И вот, пожалуйста, здесь то же самое, видосики все выкладываю. Всю информацию интересную, картиночки, все-все-все есть здесь. И также есть люди, которые, допустим, пользуются Ютубом, да, смотрят YouTube и сидят в Телеграме, то в Телеграме у меня тоже есть группа, тоже называется «Собака Палата 61». Между словом «Палата 61» пробела нет. И мне многие люди пишут, ну, как бы упрек такой, что, блин, мы не можем тебя найти вообще. Я тебя с трудом нашел. Ребят, я извиняюсь, мне надо было сказать «Палата 61», между словом «Палата 61» нет пробела. Это я ступил, это просто, как бы, сами понимаете, с каждым бывает. Поэтому «Палата 61» есть на Рутубе, есть на Ютьюбе, есть ВКонтакте, есть в Одноклассниках и есть в Телеграме. Вот, по поводу стримов я вам еще скажу. Мне тоже люди писали, а где стримы? Вот, вопросы задавали вот вчера тоже. Просто шквал вопросов, я на все постарался ответить, ну, насколько меня хватило, конечно. Ребят, стримы нельзя выкладывать на YouTube по той простой причине, что их очень часто и очень сильно банит именно бот, там алгоритмы YouTube, да плюс еще могут всякие эльфы залететь со стороны 404, вот, накидать всяких этих жалоб. И, в общем, трансляции надо очень проверять, а вы сами понимаете, трансляция идет, бывает 4 часа, бывает и 8 часов идет. Вот, ну, у некоторых блогеров я, конечно, по 8 часов не могу стримить, я там вообще упаду, наверное. Вот, поэтому трансляции все будут на сервисе Boosty. Это, ребят, я стримы буду только туда заливать, вы уж извините. Буду на Boosty заливать и, возможно, буду заливать, не знаю, на Rutube попробую заливать. Вот, еще раз я извиняюсь жутко за микрофон, очень паршивый, мне приходится очень долго работать в программе Adobe Premiere. Это видеомонтажка, да, и вытягивать звук, чтобы было что-то более-менее приемлемое, чтобы хотя бы это по ушам не било, понимаете, эти трески, там, хрипения, все это, шумы, короче, посторонние, все такое. Вот, ну, в принципе, вот, ребят, все я вам рассказал. Еще раз спасибо, блин, там в палату 61, в этом, в Телеграме у вас тоже уже там 111 человек. Я просто в шоке, это как-то меня уже, знаете, мотивирует еще что-то делать. Еще раз, ребят, спасибо большое всем, кто пришел от дяди Славы, от других наших блогеров. Вообще вам респект и уважение всем адекватным людям. Ну я просто сегодня в шоке, я вот это сидел, 2 часа комментарии читал, отвечал на них. В общем, тратил время, но как бы мне, знаете, это очень приятно было, очень-очень. Весьма приятно, я просто не ожидал такого наплыва интереса, причем люди пишут, задают вопросы, рассказывают свои ситуации, я сидел, даже читал, там девушка пишет, ну, либо женщина, я не знаю, кто, про родственников там на Украине, что они там не общаются, я там попытался там ей ответить, там успокоить, все такое, в общем, написал, что все когда-то закончится, все наладится, не, ну, ребят, это так и будет, рано или поздно так и будет. Все когда-то заканчивается. Вот, ну на этом все. Кто может поддержать, поддержите. Буду благодарен. Что еще хотел сказать? Еще раз огромное спасибо. И давайте я вам еще в конце этого видео поставлю вот про Чебурашку небольшой ролик. Можете посмотреть, ну так скажем, поднять вам настроение. И на днях я, может быть, сегодня, может завтра постараюсь выйти на стрим. Поэтому вы нажимаете колокольчик, когда подписались, да, чтобы вам пришло уведомление о начале стрима. И, естественно, я постараюсь сообщить об этом заранее. Еще раз от души, ребят, спасибо. Дяде Славе вот такой пламенный привет. Вот. И всем адекватным людям спасибо. Смотрите Чебурашку, задавайте вопросы, лучше в Телеграме, пишите, я обязательно постараюсь ответить, с вами подискутировать, мне очень интересно общаться с людьми.
До новых встреч. Каналия, да? Thank you.